Строительство гостиницы на месте Декателта начнется этой осенью. Во второй половине августа стартуют подготовительные работы на участке по улице Акулова, 14. К основному циклу строительства отеля планируется приступить в ноябре. Об этом изданию «Бизнес-класс» сообщили в пресс-службе ижевского холдинга «УДС Групп». По данным Краевого Минэкономразвития, объем инвестиционных вложений в проект сократили с 1,5 до 1 миллиарда рублей. Но, по сведениям застройщика, это связано с разделением проекта на два этапа. Объем средств указан для первого из них. Общая концепция не изменилась. В гостиничном комплексе разместится 4-звездочная гостиница на 130 номеров, конференц-залы, фитнес-центр, офисы, коворкинг, зона ритейла, гастромаркет и два ресторана.